Всем привет, ребят. Ну что, в честь того, что у нас 70к насобиралось, я решил сделать конкурс и опять же разъяснить правила для тех, кто не знает, потому что многие спрашивают, как участвовать в еженедельке, что надо делать, и, соответственно, еще один нюанс, мы разберем, какие правильные комментарии оставлять, чтобы вы не попадали в спам, потому что многие, не многие, а большинство, наверное, больше 50% участвуют, и я, к сожалению, даже в спаме их не вижу. И люди на это обратили внимание, мы посмотрели, в итоге, ой, Джуджи прислала 12 монеток. В итоге, он что себе, коллекционер. В итоге я сейчас вам покажу, как правильно оставлять комменты. Нифига себе, сколько дают. Огонь, вот это коллекционер. Вот это он. Нормаз, два таких этих. В итоге я вам сейчас просто покажу, как правильно оставлять комментарии. Что надо для этого делать. Давайте заролим ради интереса. Может, вытащим. Варлок. Вы оставляете ссылки, вас YouTube блочит, то есть не я там, вот многие не попадают даже в спам, YouTube блочит такие комменты вообще. То есть для этого вам надо будет сделать кое-какие изменения в своем комментарии, я покажу вам сейчас пример и написать под этим видосиком правильные комменты, и я разыграю в конце недели, там 30 числа, Огника. Участвуют все платформы, неважно там iOS, Android, то есть какой сервер, неважно, у меня есть и iOS, и Android, то есть куда надо, туда пришлем. Так, ну что-то как-то печально падает, но, конечно, засвалены плюшки, просто огонь, я вам скажу. Но нифига не падает. Нифига не падает. В принципе, можно седно. Мы там по коллекционеру хоть собрали что-то. О, мы бочку собрали. Мега эпический роллинг. 8-15. Ну, такое себе. Ладно, потом, может, добью, захочу. Итак, вернемся к нашим плюшкам. Что там у нас по плюхам сегодня интересное есть? Коллекционера мы посмотрели, Shopping Spree есть. Сейчас посмотрим, какие у нас сегодня распродажи есть. Так, 10 шансов. Так, что тут интересного в книге? Ну, тут, в принципе, все такое, что мне оно особо и не надо. Камешки. Давайте заберем. Заодно посмотрим, какой шанс. В общем, для тех, кто, ребят, не в курсе, как проходит еженеделька. И я выпускаю каждую неделю видосы по понедельник, то есть понедельника по понедельник, то есть воскресенье последние видосы, они участвуют в конкурсе. Что вам надо сделать? Быть подписанным на мой канал, сделать репост, открыть подписку свою, открыть видосы, которые вам понравились, и как минимум у вас должно быть 15 видосов за неделю, чтобы победить в еженедельке, и открыто все, и страничка, куда вы репостили, все. Оставить правильный комментарий и ждать его величества рандомчика. Вот так вот, то есть ничего сложного, я уже не раз это показывал. Многие из вас первые, кто первый раз, не знают, что, как и почему, поэтому... Так, что у нас тут? Немножко скинов прибавилось. Я не затрудствую, как раньше, уже в Castle Clash, потому что смысла от этих скинов. Их они и так по чуть-чуть собираются. Такс. Давайте посмотрим, какие у нас тут есть. Перевели на девятку. Тут подкачали. Так, еще этот подкачали. Так, отлично. С этим разобрались. Что у нас еще интересного есть? 45 коробок. Ну, let's go.
Вот, ребят, вот вам то, как падает новая чара. Новая чара вообще обалденнейшая для многих героев, но посмотрите на статистику. Она упала все, кроме нее. Вот так вот. А не доспеха не вижу. Доспеха тоже нету. Поэтому эту чарку лучше либо выбивать, либо покупать. То есть одно из двух. Давайте еще сделаем быстренький фастрол. Командора. Хранитель. Малышник. Рогатка. Ронин. Пара имхотеп. Ну, знаете, это такой фастрол. Я давно уже здесь не ролил. И в основном не ролю. Так, давайте посмотрим. Должны мы слизни дособирать. Мне некого уже ролить. Так. Это чувство, когда к тебе герои приходят. Так, ну что, смотрите, как самики. Самики просто уходят сами. Так, 15 собрали, лазулю и свалина мы так и не выбили. Ладно, то такое. Поехали. Поехали, покажу вам, что надо делать правильно. Вот, например, берем последний вот этот видосик. Счастливчики, еженеделька, да? Смотрите, вот ребята кидают ссылку, да, участвую. Вот такая ссылка. Вот смотрите, я сейчас зайду в спам. Очень много ребят попадают в спам. Это немножко... Вот. Я не знаю, почему он, конечно, попал. Ждем ВК Никита. Изменено. Странно. Но YouTube такое блочить не должен. В любом случае, проще всего, чтобы вы не попадали в спам, каждый раз писать вот такого вот плана комменты. ВК ID и пишите свою ID-шку. Я тогда могу вас свободно найти, то есть это не проблема будет. Вот ВК ID, вот ребята начали правильно писать. Опять трешечок ID. Все, то есть не надо там особо, можете по-разному писать каждый, под каждым видосиком. Но главное, не кидайте вот такую вот ссылку, которая вот в основном попадает, видите, в спам. Вот это самое печальное. То есть заходите. Вот видосик, да, допустим, заходите сюда, пишите там свой ВК. Да, допустим, будет двоеточие, там, допустим, если у вас там английский, просто ID неизмененный, ID там такой-то, такой-то, такой-то. Либо, если он у вас изменен, пишите там, как название у меня, допустим, так. ВК я подписан. Все. В принципе, все. Я вам все условия рассказал. Что надо сделать, то есть ничего, скажем так, сложного нет, главное выполнить все условия. Так, сейчас я заберу экран. Вот, и будет вам счастье, то есть у всех шансы одинаковые, ничего не меняется, еженеделька, еженеделька. У меня есть еще некоторые планы по поводу этого видосика. Аналогично этот видос участвует и в еженедельке, и среди комментариев, которые будут под ним, я выберу победителя, который получит огненько. Вот так вот, то есть ничего сложного, все очень легко, скажем так, доступно. Социальная сеть любая, платформа ваша для игры любая, то есть вы можете без проблем получить топового героя и... скажем так, не заморачиваться, то есть и есть аккаунты, которые я прокачиваю, потом разыгрываю, то есть внимательно следите за новостями и будет вам счастье. Так, надо эти пооткрывать, пока есть места. Вот, то есть все, что вам надо сделать, я вам рассказал, поэтому все зависит от вас, ну и, конечно же, от рандомчика. Все, всем удачи, всем пока.